8 апреля на террасе ресторана «Кьянти» прошел показ коллекции дизайнера Анастасии Че «Весна-лето 2016». Пятая коллекция одежды предстала под новой маркой «Studio by Анастасия Че». Каждую из вошедших в нее вещей возможно сделать на заказ. Мы ее готовили 2 месяца. Сейчас, потому что уже тепло и можно выйти на террасу. На открытом воздухе все такое романтичное, такое уютное. У нас приятная музыка играет. Я думаю, что лучше этого нельзя придумать. Коллекция весенне-летняя, больше, наверное, весенняя. Это 60-е, 70-е года Италия. Немножко почерпнула из кинематографа, немножко из открыток, каких-то картинок. Ну и остальное, в принципе, додумывала сама. Сейчас я заявляю о том, что я взрослая, но при этом я остаюсь тем же ребенком, таким романтичным, немножко наивным. Эта коллекция стала метафорой истории взросления, которую по-своему переживает каждая женщина. В начале показа модели предстали перед публикой в образах озорных девчонок, а уже ко второй его части превратились в элегантных дам. Я думаю, что молодежно, стильно, динамично. Я думаю, что наши дизайнеры должны проводить больше таких показов, потому что все-таки наш народ должен знакомиться с коллекциями и с людьми, которые, потому что у нас очень много хороших дизайнеров, интересных, молодых, креативных. Понравилось несколько платьев, прям очень. Коллекция такая, которую может себе позволить каждая девушка, повседневная, casual. В принципе, она подходит как и к каблукам, но больше подходит, как сегодня была представлена, кедам и кроссовкам. Это здорово. Атмосфера прекрасная, ну и Настенька сегодня была на высоте. Идея показа на свежем воздухе в апреле, это прекрасно. Пятницу, это еще более прекрасно. Несмотря на то, что были представлены в коллекции в большей степени холодные тона, да, там черный, бледно-голубой, от сцены веяло теплом. Это значит, что Анастасия Че действительно вложила сердце и в душу в подготовку этого показа и этой коллекции. Это здорово. Я очень люблю черный цвет, и я люблю свободного кроя вещи, а у Насти это очень просматривается в ее коллекциях. Также использование кружева, отделочные работы, то есть мне очень все понравилось. Коллекция свежая, Настя большая молодец. Я уже присмотрела пару вещичек, например, там бежевый костюм, серая курточка с принтами такими яркими. Очень стильно, мне кажется.